Да, то же самое, как, допустим, есть челы, которые играют в Counter-Strike или Dota 2024 до сих пор. Но при этом они там про-игроки, они участвуют в турнирах, они в топе находятся, они могут получать тоже там какие-то с нее средства. Но челы, которые просто сидят, дрочат, и при этом, ну вот, грубо говоря, там какой-то 2К ММР в Доте или 4К, там всю жизнь играет 4К ММР. Зачем он это делает, непонятно, да? ПГ играть, будучи там в этой игре полным нонеймом, допустим, ты никто, ты с ней не получаешь средств, у тебя какой-то там инвентарь дефолтный, бомжатский, anyway, да, ничего особенного. Инвентарь как для чела, который много играл, ничего особенного. Нахуя это делать? То есть можно понять, если ты там вот играл в MMORPG там кучу лет, у тебя один из лучших инвентарей ever. Ты там какой-то, ну, суперизвестный чел с крутым инвентарем. Там можешь какие-то услуги продавать. А так просто дрочить это всегда было. Это буквально просто дрочить, это вообще какой-то дебилизм, деградация.